Предстоящие праздничные дни внесли изменения в график выплат пенсии в январе 2022 года. В Тверском отделении Пенсионного фонда сообщили, в какие дни жители Верхней Волжья смогут получить пенсии. Для городских отделений почтовой связи он выглядит так. 3 января за 3 и в отдельных ОПС за 4 января. 4 января за 4, 5 и в отдельных ОПС за 6 и 7 января. 6 января за 6 и 7 января и в отдельных ОПС за 8 января. И 8 января за 8 января в сельских отделениях в зависимости от графика работы. Для более точной информации о режиме работы необходимо обращаться в почтовое отделение. Пенсионерам, которые получают пенсии в банках, деньги будут перечислены, как обычно, в два потока – 11 и 21 января следующего года. К слову, в новогодние и рождественские праздники в Тверской области будет обеспечена работа учреждений здравоохранения, где при необходимости будет оказана медицинская помощь различного профиля. С подробным графиком работы можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.